Так, у нас небольшой эксперимент. Прицепили стабилизатор с телефоном к велосипеду. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, сейчас посмотрим. На пляже приедем, посмотрим. Вот отсюда и начинается наша дорога к пляжу. Это выход с нашей стоянки, которая возле дома. Ворота здесь. И, конечно, это не единственное направление, по которому мы ездим. Ну, мы здесь едем, если никуда не заезжаем, прямо на пляж. И выезжаем прямо на Барбароссов. Перед нами сейчас выйдем. А слева за домами идет параллельно бульвар Мандерас. Здесь у нас новые дома строятся. Вот справа и слева стройки. На следующий год новые дома будут. У меня тут юные турки гоняют без рук. Ну и кто хотя бы раз был в Махмутларе и хотя бы немножечко знает его, тот поймет, где мы находимся. Сейчас мы выйдем на Барбаросса, и налево будет светофор, перекресток, на котором находятся часы, которые также многие знают, они узнаваемы. Тут сейчас, к сожалению, будет опять немного шумно, так как посторонние шумы все-таки у дороги, они больше слышно, чем то, что нужно. Ну вот мы выехали на Барбаросса, вот вдали видны часы, которые стоят прямо посередине на перекрестке. И теперь мы направо на бульвар Мандерас и до конца до набережной. Тут ехать, собственно говоря, по большому счету, если без остановок, всего 5 минут. И здесь вот я выехала на дорогу, и так как в Турции многие дороги выложены таким кирпичиком, плиточкой, вот получается трясет, и камера, стабилизатор не успевает реагировать на вот эту тряску. Ну вот, нам интересно было посмотреть, что из этого получится. В принципе, как бы, если куда-то ехать далеко и поснимать окрестности, можно, конечно, как вариант, потому что, ну, к себе никуда не прицепишь камеру. Это крайне неудобно. У нас, по крайней мере, получилось вот так. Ну вот мы почти на пляже. Да, сейчас посмотрим. Трясет, не трясет. А, микрофон нужен. Не забыли, может, завтра там будем гулять. Посмотрим микрофон. Ну вот мы на набережной. Так, ну что, сейчас спустимся к пляжу, там дальше доснимаем. Вот такой сегодня закат. Ну, еще не совсем закат, конечно. Ну, это пляж напротив нашего дома.
Так, ну все, мы скупнулись, остыли. А то мы сегодня утром мотались по делам. Некогда было даже скупнуться, только вот сейчас освободились. Вот такой закат у нас. Сейчас, конечно, уже солнце сядет и начнется быстро потемнение. Темнеть будет быстро. Ну, мы сейчас обсохнем и домой. Ну да, вдоль дороги фонари уже включились. Как обычно, дом блестящий напротив нашего дома. Турки к вечеру, как всегда, приходят на посиделки, сядут, сидят, дышат воздухом. А нам покупаться. Так, ну вот, сейчас придем, посмотрим, что мы тут на ходу наснимали.